Всем привет, дорогие друзья! Я запускаю новую рубрику «Бедные против богатых». И сегодня мы узнаем, как бедная семья полицейских будет против богатой семьи полицейских. Лайк за такую новую рубрику, сходу ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И вопросчик дня. За какую вы семью будете болеть? За бедную семью полицейских, либо за богатую семью полицейских? Погнали! Как же у нас все плохо, денег нет. По-моему, мы реально самая бедная семья в этом городе. Это правда, Машка? Ребята, у нас, смотрите, какой вообще бомжатник. Просто кирпичи почти все разваливаются. Смотри, гниют кирпичи уже. Да, вообще, коробка, уже от этого запаха плохо уже. Я не могу уже, просто. Машка, да, смотрите, у нас здесь тоже все не очень хорошо, все разваливается. Машка, что делать? Телевизор работает, но не работает. Так, ты что же? Машка, так. Это вообще что-то. Я так себя плохо чувствую из-за этого запаха. Может, что-нибудь есть? И одежда, одежда. Вы посмотрите на нашу одежду, ребята, ребятушки. Так, что, Машка, есть хочешь? Да, есть хочу, и что-нибудь это, ну, попить можно. Так, ну смотри, значит, есть, короче, смотри, у нас выбор небольшой. Так сказать, у нас есть доширак. Ой, давай, давай. Есть роллтон, вермишель, есть... Лапша, чё будешь? Я лапшу буду. На тебе лапшу. А если у меня есть выбор, что ли? Надо съесть лапшу, съем лапшу. Все, едим лапшу. Оп, все, ребята. Ой, ой, по-моему, слушай, ой, по-моему... Ой, сколько лет этой лапши? Машка, она я не знаю, мы её купили по акции. Машка, чё, у тебя живот, таблетки надо дать? Не могу вообще. Конечно, давай. Сейчас. О, здесь есть таблетки. Ой, вся эта... Машка, будет, Машка, держи ой, таблетки. Могу, всё, давай. Ну-ка, подожди. Я тоже съем. Ой. Оп. Что, их глотать надо, что ли? Ну да, Машка, ешь, короче. Ой, ладно. Ну надо запить все равно еще молоком. Давай, Машка, надо, запивай. Надо, давай. Бери молоко. Ой, я сейчас, давай. На всякий случай. Ой, фух. Ну как, Машка? Ой, полегчало, папа. Полегчало? Больше не хана. Так, берем, значит, еще плоскогубцы, монтировочку. Так, плоскогубцами я сейчас починю выключатель. Ну как, чинится? Все, нормально, Машка. Все, починилось. Так, возьму еще. Так, слушай, нам нужно до полицейский участок, Машка, ехать. Нужно. Так, все, погнали. Ой. Засмеют, слушай, что мы такие с тобой все. Это, бедные. Машка, ну да, над нами все смеются, чтобы бедные. Ну а мы же что, виноваты, что ли? Мы бедные в Майнкрафте. Так, все, Машка, давай, садись на тарантайчик. Я даже не могу себе позволить что-то большее, чем тарантайку. Прикинь, Машка, Машка, не реви, Машка, все будет нормально. Я не реву, хорошо, я не реву. Машка, не реви. Ну вот, смотрите, Машка опять заревела, короче. Так, все, едем. Так, все, вы около полицейского участка. Я уже доехала, у меня не получается. У меня колеса скрипят. А Машка, да. Вашки... Я скриплю. Машка, так, здравствуйте. Вы опоздали. Машка. В смысле, мы опоздали, у нас часов нет, часы сломались, поймите, пожалуйста. Штраф будет, все, штраф. Денег блин, нет. Машка, так. Какой штраф? Здравствуйте, все, шериф, здравствуйте. Мы готовы вступить на службу. Так, ну вы, значит, это, наши супер отстои, берите пистолеты, но патронов там не особо много, так что экономьте их. Как это экономить, так, Машка? Экономить? Ты знаешь, что такое экономить? Я не знаю, что такое экономить. Ну мы знаем, Машка, что такое экономить. Так, сейчас проверим, сколько там вообще патрончиков. Так, ну что ж. Машка, я... 17 патронов всего. 17. Машка, капец. Машка, о, с него доширак выпал. Забираем. Слушай, Машка, свезло. Праздник, у нас свежий доширачик. Все, берем. Наконец-таки живот болеть не будет. Так, ребята, ну что ж. Так, сейчас спросим. Что у нас там за миссия, короче? Короче, там есть ограбление Макдональдса. Вам нужно срочно выдвигаться туда и провести операцию. Если вы справитесь... Но мы красавчики. Если нет, то отстой. Машка, нам надо спасти Макдональдс. Надо. Так, Машка, погнали, так сказать. Погнали на миссию, парабам. На миссию, вперед. Надеюсь, нам хватит патронов, Машка, надеюсь, хватит. На миссию, на тарантайке. Ну, Машка, мы с тобой, знаешь, не особо, так сказать, эти... Успешные копы, как говорится, на чем можем. А че тебе не нравится миссия на тарантайке? Нормально вообще, как тебе? Стоять, чисто, бейби!
Бэйби! Гоним! Давай, Машка, быстрее гоним, ветра! Да? Машка, быстрее ветра! Купить новые эти. Ну, чтобы это газовало быстрее. Давай, Машка, быстрее! Я проверил! Я проверил! Я просто проверил, Башка! Все! Так! Опа, Машка, банки собираем! Банки, конечно, надо собрать. Мы с тобой бомжи на задание. Мы потом их можем с тобой это за копеечки продать. Опа, давай. Машка, давай! Да. Гаси, гаси, так, гаси! А ну, отошел, отошел! Мы их справились, и патронов даже хватило, Машка! Слушай, хорошо! Мы с тобой не такие отстои! Ну, банки хорош, собрать банки дособрать. Потом мы их продадим, короче, и этот... С баночки сдадим, и да, и будем не бомжами. Так, все, ребята. 20 рублей, целый дошик. Машка, как говорится, 33 богатыря нашли в помойке 3 рубля. Погнали, Машка, быстрее. Да, я разведу. Машка, разворачивайся. Мы с тобой, слушай... Гроза района, Машка, на Тарантайке. Мы с тобой не такие супер отстой, как думали. Мы можем что-то. Мы отстой, но не супер. Да, мы отстой, но не супер. Машка, давай едем. Машка, быстрее. Машка, еду, как ветер. Еду, да я еду. Крути педали свои. Эх, вот бы мне новую тарантайку крутую. Эх, так, Машка, не были бы мы с тобой бедными бомжами. Мы бы вообще... Так, здравствуйте, мы справились. Серьезно? О, да, это так. Очень неплохо. Возьмите ваш гонорар. У нас, конечно, не так много денег, но вам каждая копеечка будет важна. Ну-ка, Машка. О, смотри, копеечки всё. Дали. О, копейки, забирай. 27 рублей. Смотри, Машка, отлично. Мы теперь сможем купить себе поесть. Ну, вообще-то не сможем, Машка. Этот доширак стоит дороже, чем мы сейчас заработали. Сколько? 35? Он стоит, Машка, 100, а у нас 27. Ну блин, мы что, будем всегда голодать и всегда в порванной одежде, что ли? Ладно, Машка, поехали обратно домой. Надеюсь, в следующей смене нам повезет больше. А пока что нам не особо везет, Машка. Пока что 3 рубля, и мы их, короче, как говорится. Мы их заработали. Пошли, Машка. Все, идем. Идем спать. У нас заканчивается день. День бомжей. И энергия тоже заканчивается. Но знаете так, короче, ребята, когда-нибудь мы подымемся и не будем бомжами, Машка. Обязательно мы станем самой богатой семьей в Майнкрафте. На районе и везде. Это правда. Так, ну что ж, Машка, а пока давай смотреть телевизор. Посмотрим телевизор. Давай. И будем ложиться спать. Машка, нет, как говорится, не плачь. Машка, не реви. Да, тебе поешь Ролтона. Давай. Давай, все, Машка, ешь, не реви, главное, все. Итак, Машка, как же замечательно, что мы самые элитные полицейские этого города. Так мы еще и самые богатые, смотри, у нас столько денег, столько всего, так вообще супер, а? Вообще офигенский. И, кстати, Машка, ты в курсе, что сегодня нам назначили самого элитного консультанта из ФБР? Серьезно? Только для нас? Да. А вот, кажется, и он. О! Здравствуйте, Евген Бро, Машка, я прибыл по спецзаданию, сегодня для вас специально английский завтрак, только сегодня, только сейчас, встречайте, сейчас я накладываю бургер, такс, потом, значит, шоколадный торт, это все за счет, это все бесплатно, хоть вы и так богаты, пицца, и, конечно же, сыр, ой, то есть, кекс, а сюда сыр английский. Ничего себе! Я привез его на частном самолете из Лондона. Пожалуйста, кушайте, не стесняйтесь. Если что-то не понравится, я привезу новый. Офигеть, Машка, вот это уровень! Вообще. Вот это уровень! Жизнь, а? Смотри, так, спасибо, все. Спасибо, очень вообще вкусненько. Самые крутые продукты. Вообще офигеть, Машка! А сколько это торт? Его делали на специальном острове, шоколадная фабрика, все дела. В общем, неважно, стоит очень дорого. Кстати, может быть, вы хотите, чтобы я подвез вас, чтобы вы переоделись в униформу VIP-класса полицейского? О, Машка! Конечно! Конечно! Проследуйте за мной, пожалуйста. Офигеть, Машка! Вот это уровень! Вот это жизнь! Вот это элита! Вот это элита, реально! Ребят, вы чувствуете уровень элиты вообще? Или не чувствуете? То есть у нас, получается, есть свой личный этот...
Надоел. Извините, вы на чем сегодня предпочитаете поехать? На Ламбо уровень класса 1, на Ламбо VIP класса VIP или на собственном танке? Офигеть, Машка! Это наш танк? Конечно, это танк самой бронебойной брони. Офигеть, Машка, вот это да! У нас даже свой танк есть личный, ничего себе. Давайте мы пока на ламбах сгоняем переодеться, а полицейский участок поедем на танке. Можно так? Все можно, только для вас, VIP-класс. Садитесь, идите, езжайте, переодевайтесь. Я пешком, потому что я консультант. Телохранитель. Короче. Давай, Машка, садись. Я тоже на эту хочу, я тоже с тобой хочу. Давай, давай, Машка, садись. Не пускает меня, прикол? Да все пускает. Все пускает. Но там этот встал тоже на ламбе, хочет проехать. Прикол. Все, Машка, я завел. Погнал. Офигеть, она реактивная, Машка. Ой-ой-ой. Офигеть, она очень... Ой. Ой, так, сейчас, не сейчас. Не справляешься с управлением. Машка, опа, офигеть. Она резкая, Машка, как понос. Ой-ой-ой-ой. Вот это да. Ой, не, ладно, давай пешком дойдем. Слишком резкая ламба. Ну, если что, мы еще одну купим, да? Сейчас я ему расскажу, что ламба была очень резкая. Так, где этот консультант-то? Консультант, вы где? Ой, извините, я здесь. А я видел, вы не справились с управлением. Пожалуйста, простите меня, я пригоню 10 новых ламп. Они будут с минуты на минуту, я только что сейчас позвоню. Вы пока переодевайтесь. Офигеть, Машка, вот это уровень. Пойду переодеваться. Так, давай ты первый. Так, я первый, так, переодеваюсь. Так, Машка, зацени, ты где? О, чего, слушай. Вообще элитный коп. Вообще полицай, вообще самый элитный, самый классный. Смотрите, вообще классно. Так, давай, Машка, теперь ты. Так, а ну, как мне, идет? Шикарно, очень шикарно. Так, давай, Машка, переодевайся. Я готова. Давай, выходи. Ого, нифига себе. Машка тоже. Ребят, напишите в комментариях, как вам вообще костюм. Офигенский, нет вообще. Офигенский. Мы прям элитные копы. Элитные. О, извините, прошу прощения. Транспорт прибыл. Давайте для удобства я даже вас сам довезу. Ого, Машка! Ну, нормальные условия, слушай, мне нравится такая жизнь. Мне нравится крутая. Вообще, давай. Так, и мы сели, давай, Машка, садись, вот. Давайте а я... А что я в багажнике? Нормально. Давайте я вас очень аккуратно довезу, вы не беспокойтесь. Я проходил квалификацию вождения 10 уровней. Я могу вводить вертолеты, катера, автомобили, самолеты, танки. Добро пожаловать, выходите, пожалуйста. Офигенские! Нормально. Офигеть сервис! Спасибо большое! Спасибо большое! Всегда пожалуйста, я элитный агент ФБР, только для вас, только сейчас. Офигеть, ну, Машка! Так аккуратненько нас довозят, смотри. Довозят. Так, Машка, давай танк возьмем! Встретимся в полицейском участке! Да, конечно, я побуду здесь, и потом прибуду туда. Так, Машка, так! Подожди, сейчас. А как там? Опа, сел, ой, Машка! Я тоже, смотри. Итак, Машка, сидишь? Сижу, офигеть! Сижу. Ой, смотри! Офигеть, поехали! Ой! Интересно, а можно пробить? Ну-ка! Ну-ка, попробуй! Извиняюсь, я видел ваш инцидент. Я вам прислал новый танк. Садитесь, пожалуйста. Офигеть, ой, Машка! Нормально вообще! Вот это сервис! Опа, все, сел! Забралась, смотри! Все, Машка, аккуратно на новом танке гоним. Аккуратно давай, у нас не будет второй попытки. Извиняюсь, вообще-то у вас очень много попыток. Ой, Машка. Ой, вот это вообще на танке, до полицейского участка. Заносит что-то на танке. Прикол, какая вот мы элитная семья, что вообще. Там есть танк. Элитная семья полицейских. Так, все, гоним. Офигеть, Машка, вот это крутяк, да? А звук какой, а? Прям мелодия для ушей, да? Вообще, Машка, вообще, заезжаем. Офигенски, да? То есть они просто средь белого дня разъезжают, элитная семья. Йоу. Прикинь, Машка, вообще. Нормально. Не, это круто, конечно. Это, конечно, высший класс. Ой. Так, все, выходим, Машка. Эх, жалко, что мы этот... Прокатились так мало. Ничего, мы потом еще покатаемся. Мы еще покатимся. Так, ну что ж, Машка, идем сюда. Сейчас, короче, так сказать, нас примут с распростертыми объятиями. Конечно.
Так, Машка, давай, забегаем, полицейский участок. Конечно, конечно, конечно. Ой, а вы уже здесь? О! Здравствуйте, здравствуйте, да, я, конечно, я уже здесь. Я вызвал личный вертолет, кстати, у вас он тоже есть. Если хотите, я могу доставить вас до задания. Хотите? О, да не знаю, если это далеко. Расскажите, что нам надо взять из амуниции и так далее? А, да, конечно. Видите этот бокс? Он полностью ваш, все, что там есть, приборы по... значит, ну, в общем, все там есть. Ну-ка, Машка. А, ну-ка. Ого! Ничего себе, это какие-то... Ого! Автоматы, Машка! Ничего и себе! И щипчики, чтобы все разблокировать. Офигеть! Да, конечно. И есть особое устройство, чтобы пробраться через стену. Вы как раз его держите. Офигеть! А можно его проверить? Да, конечно. Давайте выйдем на улицу. Офигеть, ну-ка. Проверять будем, реально? А куда его можно? Да прям вот на этот... вот на этого пса. Посадите ему на морду. Ну-ка. Ничего себе, давай. Пожалуйста, сэр, нажмите кнопочку и отбегите до меня. Ну-ка. Ой, отбегаю! Я тоже отбегу, пожалуйста. Сэр, отличное нажатие. Пес прорван. Вы сломали челюсть псу, поздравляю. Машка, вот это круто. Так. Нет, это, конечно, круто, конечно. Проверьте автомат, работает ли. Ну-ка. Работает, работает. Офигенно. Ну смотри, можно даже приблизить. Я даже разрешаю пальнуть в меня, но нежелательно. Я попаду в больницу, сэр. Мы не будем, конечно, вас. Мы не будем. Да, но... конечно. В общем-то, ваша цель находится вон в том магазине. Если хотите, я могу вызвать вертолет, либо подвезти вас. Хотите? Да мы сами дойдем. Да мы сами, чего, мы же крутые полицейские. Отлично, я буду вас ждать здесь. Задайте им жару. Отлично, Машка, погнали! Крутые вообще! Офигенские! Прям на исполнение! Машка, вообще, вот это задание! Здесь големы, давай! Короче, Машка, прорываемся! Миссия невыполнима! Пам-пам-пара-пам-пам-пара-пам! Так, Машка, сейчас, короче... Сейчас задам, короче, радиус. Сейчас давай поболее, короче. Чтоб, так сказать... Машка, отбегай! Чтоб эффектней! Все, Машка, погнали! Тара-пам-пам-пам-пам! Справа чисто, слева чисто. Так, Машка, аккуратненько. Проходим сюда. Орел один. Орел. Вот они! Так, Машка, готовься на счет три. Готовься, давай. Аккуратненько прибегаем сюда. Вот они, побежали! Машка, гаси их! Отлично! Орел! Отлично, Машка! Мы их сбрили. Все, сбрили. Машка, отходим сюда перегруппироваться. Машка, отходим сюда, перегруппируемся. Отлично, Машка. Так, ну что ж, мы все сделали. А вон еще один остался. Ой, еще, смотри, остались там елки. Все. Все, мы справились. Ой, спасибо большое. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Но у нас проблема. Они поставили детонатор. А, Машка, ну-ка. Что? Смотри, реально детонатор. Вот он. Ты видишь? Надо обезвредить. Так, какой проводочек? Так, смотри, зеленый, красный и желтый. Обычно в фильмах красный. Наверное, красный тогда. Так, Машка, сейчас проверим. Сможем, Машка? Пробуем? Конечно, сможем. Так, ребята, давайте. Я в тебя верю, давай. Ну-ка. Все, Машка, обезвредили. Получилось? Все, да. Ничего не произошло. Не пикает вроде, да. Отлично, тогда отправляемся, Машка, обратно. Все, мы все сделали. Ой, спасибо большое, спасибо. Я пойду в туалет. Все, Машка, пошли, пожалуйста. Идите куда ходить, у вас все победный этот залп. Пу-пу-пу-пу, ой, аж перезарядочка пошла. Ой, какая-то, смотри, даже тетя зашла какая-то. Мадам, мадемуазель. Мадам, мадам. Так, ну что ж, Машка, давай бежим. Чисто вообще победный залп. Так, давай, Машка, вот это да. Перезарядочка, в небеса победный залп. Так, здравствуйте, мы все выполнили. Замечательная работа. Про вас уже сняли репортаж. Вам выделят Нобелевскую премию. Вам дадут медали героя, звания, все. И также для вас есть символический маленький приз. Здесь $1 000 000. Ого, Машка! Ничего себе, это нам все. Это же... самая богатая семья. Реально самая богатая семья полицейских. Ой-ой-ой-ой. Да, это вам хватит. Это лишь только первая часть гонорара. Еще 10 таких ящиков. Это просто в знак благодарности. Также вас вызывает президент наградить и дать звание Герои Планеты. Но это лишь только скромное звание. Вы его принимаете?
Конечно, Машка, принимаем! Конечно, принимаем, конечно! Офигенски! Вот это круто! В общем, ребята, мы показали вам богатую семью и бедную. Пишите в комментариях, за кого вам понравилось больше. Ну, естественно, как вам была серия, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока! Всем пока!